Здравствуйте, я Урядникова Алиса. Хочу вам напомнить, что уже скоро новый учебный год, и будьте, пожалуйста, аккуратны на пешеходных переходах и около образовательных учреждений. Такими словами встречали водители и воспитанники школы номер 14. Дети вместе с сотрудниками ГИБДД вышли на дороги для того, чтобы в очередной раз напомнить автомобилистам о правилах дорожного движения. Эта акция очень замечательная, она очень нужная, и хорошо, что ее сделали. Она хороша для того, чтобы мы напоминали водителям, потому что, ну, чтобы они были осторожны, потому что все, уже сентябрь скоро, уже не за горами, и чтобы они были аккуратны. Для того, чтобы не было никаких аварий, ДТП, и чтобы все было хорошо. К акции ребята подготовили плакаты и буклеты, надели яркие светоотражающие жилеты и исполнили танцевальный флешмоб. Нас не удержать в авангарде поколения, только вперед наше движение, РДШ. Акция «Мы вернулись» проходит ежегодно в начале сентября. За долгие летние каникулы вдали от городской суеты дети часто отвыкают от интенсивного дорожного движения. Поэтому в первые дни учебного года водителям нужно быть максимально внимательными. Прежде всего, эта акция проводится для водителей транспортных средств, чтобы напомнить им, чтобы они были более внимательны, предельно внимательны при проезде пешеходных переходов, при проезде рядом с образовательными организациями. Пока наши дети немного не адаптируются, пока они немного не привыкнут опять к той же дорожной обстановке, нужно, чтобы водители действительно им в этом помогли и были действительно предельно осторожны на дорогах. Этой осенью вместе со школьниками сотрудники госавтоинспекции проведут акции «Засветись», «Пешеходный переход» и «Автокресло детям». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.